Значит, оно и перед вами, и за вами, да, это место находится? Вот мы стоим, считай, на середине даже, только в начале. Вот, начало, по-моему, где машина. Ага. А середина где-то вот там, вот тут дорога была, уже ее нету. И все равно все ложится. И Колька равнял, и все равно. А Колька это кто? Вот хозяин женился, жена умерла. Уехала сюда. Жил, садили огород, ничего не растет. И бабушка моя говорит, бачишь, ничего не растет. А что они, те, кто сажали огород, они не знали, что тут находится? Все знали, все знали. И сажали все равно что-то? Ну а что ж делаешь, огород дали и дом дали, что ж делаешь? Это дома были колхозные. Поселили тебя в колхозный огород и сажай. Даже люстерку вот садил, это припахал и все. План, специально план такие вы это выровнял. Все равно провалилось все. На костях. И даже стою, меня аж плакать хочется.